Привет. 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 Мам, привет. Привет. Настя. Привет. 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 Настя. Мяу. Thank you.
Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Май! Здравствуй, Май! Как хорошо, что ты к нам пришел! А наши ребята приготовили для тебя стишки. Мы послушаем стишки. Дима, Катя, быстренько сюда. Катюша, Дима и Катя. Прямо сегодня. Скорь. Катюша, вот сюда. Чтобы вам, мамам было вас видно все. Вот так. Ласково смеет, свеч спрячет горячей, с пилока звонко льется, разговорчив лучей. Ой, какой хороший. Лучистый, сильно листый, он взлетает и головы, а сам... Другой. Чистый рядом, весело бежит. Thank you.
волшебной полянке распустились волшебные цветы. Давайте посмотрим, что скрывает первый волшебный цветок. Раз, два, три! Мальчишки. Здравствуйте! Вы узнали меня. Я тут мимо пролетал, в окошко увидал, что у вас праздник, летит. Решил к вам на праздник прийти. Мне очень, вот какие вы все нарядные, красивые. Я упитанный, я воспитанный. Я люблю сладости, люблю варенье, печенье, конфеты. А вы любите сладости? Да! Тогда я вам игру приготовил, самая моя любимая, называется «Поедание варенья». Будем играть? Да. Так, вот это мои тарелочки вкусные. Сладенькая тут. Ой, нравится. Смотри, что мы тебе... Ой, давай, сколько. Ну, это мне много. Я один все это не съем. Будете мне помогать? Конечно. Ну, давайте, кто будет играть? Ну-ка, Майк, говори нам, кто будет Настя, играть? Настя. Женя пришел у нас. Да, кто пришел, еще будет кушать варенье? Кто хочет варенье? Ну, давайте пока двое. Если им варенье понравится, так, вот, бери тебе тарелочку и тебе тарелочку. Мой любимый способ кушать варенье без ложек. Вы умеете варенье без ложек кушать? Ну и все, будем как собачки вязать. Давайте посчитаем. Наелся варенье.
Thank you.
танцевали. Ну, раз такие цветочки, наверное, с ними нужно поиграть. Поиграем с цветочками? Конечно, как поиграем с цветочками сейчас. Где же наши? Положим. Ой, какие цветочки красивые. Бабочки полетели красиво. Она тоже полетела. Thank you.
Огуречек, не ходи на сот коней.
Теперь Паша будет мышкой. Паша, садись. Паша будет мышкой. Паша, не хочешь? Ну, давай, мышка. Давай, мышка, заиграем. А мы еще раз пойдем. Пойдемте? Давайте. Пойдемте. Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечек, там мышка живет, тебе хвостик нагрызет. Ой, не поймала. Ой, какая мышка. Ой, скорее, мышка, мышка. Ой, Ладика поймала наша мышка. Молодцы. Ребят, мышка, мышка, наши детки тоже хотят с тобой поиграть. Поиграешь с нашими детками? Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечек, там мышка живет, тебе хвостик отгрызет.
поздравляем с весной, с праздником, с маем, с наступающим вас летом. Желаем всем